Наша монополия на истину кончилась примерно 30 лет назад. Когда? Ну, когда появились конкуренты. Хочу в Евросоюз, там есть кружевные трусики. Рейтинг Лукашенко 3%. 3%? Да. Это чистой воды фейк, или скорее грязной воды фейк. Многие воспринимают Лукашенко как такого политика, которого неплохо было бы иметь у нас в России. Ну, конечно, не на посту президента, он занят, как известно. И поэтому получается, что у нас почти все счастливы и почти все не удовлетворены.